Stay. Push this button. Это все свидетельство криминального провадження, обвинувачення Каталупа Олександра Івановича в вчиненні злочину. Передбачено чинною статтею 190 та кримінального правопорушення проступку, передбачено чинною 309 кримінального проступку, оголошується відкритим та продовжено. Хто з'явився у підготовку судового засідання, будь ласка, секретар доповідає, також повідомляє статус процесу технічними засобами. У судове засідання з'явилися прокурор та Таушан, заступник обвинуваченого адвокат Шемет. Обвинувачений Каталуп до суду не з'явився, подав клопотання про укладення у зв'язку з наданням медичної допомоги у стоматологічній клініці. Від представника потерпілого у матеріалах справи є заява про проведення судового засідання у її відсутності. Судове засідання фіксується за допомогою технічного засобу. Дійсно, адресу суду йшла дві заяви клопотання, одне про відкладення розгляду справи і інше клопотання – це підтвердження щодо стану здоров'я Каталупа, який звернувся до клініки з приводу гострої зубної болі. Йому був виставлений діагноз – артроз-артрит лівого вилочна. Якогось там суглоба, нерозборливо написано просто, це лікар писав від руки. Але є діагноз і рекомендовано, поки є та якісь процедури. Думка учасників процесу про можливість проведення засідання за відсутністю обвинувачення. Думка захисника. Враховуючи наявне клопотання та докази, які підтверджують стан здоров'я обвинуваченого, вважаю за можливе оголосити перерву в передовчому судовому засіданні для забезпечення явки обвинуваченого у судові засіданні. Думка прокурора. Чому ми суд без обвинуваченого не можемо продовжувати поясню кримінального провадження? Тому вважаю за доцільне оголосити перерву. Щодо причини явки, то з урахуванням наданих документів прошу вважати її такою, що є поважною. Суд вважає неможливим проведення засідання за відсутністю обвинувачення та зважаючи на подані ним докази перебування в хворобливому стану та неможливості проведення судового засідання за відсутністю обвинувачення, у якого є обов'язковий суд, вважає за необхідне відкласти розгляд справи, визначивши наступну дату судового засідання. Давайте визначимося, якщо це буде 16 лютого на 10.30. Це наступна п'ятниця. Записника немає, запрошую. Отже, визначає наступну дату 16 лютого 24 року, 10 години, 30 хвилин. Сьогодні судове засідання закінчено. Видержав він чи не видержав? Сьогодні у нього останнє, сьогодні знімаю, тому там все готово. Ну а стан хворобливий, скільки він може? Він вже ж не розговорює, він мчить. Я зрозумів, ви казали, що він розговорює. Я думаю, за неділю воно все затягнеться. Хоч і пожилий, він, ну, я думаю, восстановлю. Да, до побачення. Здравствуйте, Украина, город Кривой Рог. Это военнослужащий Каталуп Александр, который был в теробороне. Потом их воссоединили в ЗСУ. Помните за солярку, что на него все списали. Брали все военные солярку, но нашли крайнего. Когда началась война, одна заправочная станция начала выделять солярочку
для транспорта, краны, экскаваторы, и вот это вот его судят. Ну, что получается? У этого военнослужащего, ему удалили почку. Поняли? И бумага, что он был на службе. Ну и начал он оформлять себе пенсию. Ну, вы знаете, как оформляют пенсию. Они его несколько месяцев гоняли по больницам. То не та бумажка, то возвраты, то давай еще. Ну что? Этот Александр обратился к нам в общественную организацию, чтобы мы проконтролировали, поприсутствовали. Присутствуешь, значит, контролируешь. И видеосъемка. Поняли? Ну и я пошел с ним. Начал это все писать на МСЭКе уже. Поняли? Потому что ему, говорят, пошел бегать. Начали мы, я контролировать начал, писать на видео. Вы это в дальнейшем увидите, как этот процесс проходил. Это я для чего? Потому что очень много есть людей просто по общим заболеваниям, есть конкретно какие-то заболевания, а у него еще и онко. Ну, что вы думаете? Дали ему вторую группу инвалидности. И сказали, мы сами направим документы на пенсионный фонд, а вам вот эти вот документы ему там дали. Кое-какие, сказали, пойдешь в ТЦК, будешь оформлять. И дали ему еще на руки документы, чтобы они были у него, при себе. Пошли мы, пошел он в ТЦК, ходил, знаете сколько? 5 месяцев он ходил. Какие он только бумаги туда не носил. Опять он обратился в общественную организацию сходить туда. Что там было? Приехала патрульная полиция. Приехали опергруппа. Слай видела. Эти начали ТСКшники угрожать СБУшникам. СБУшники, я до вас обращаюсь. Вы скажите, а что у вас общее вообще с этими ТЦКшниками? А? У вас что, задача какая должна быть вообще? Вы вообще закон смотрели? Уставы вы смотрели, СБУ? Вы кого-то собираетесь там стращать? Пенсионеров-инвалидов? Есть видео? Как мы там были, как они запрещали видео снимать, какую-то там гнилую фуфляжную инструкцию Министерства обороны Украины показывали. Инструкцию, вы поняли? Для нас, гражданских, они инструкцию показывают. Кто там? Я дурак. Так вот я вам рассказываю. Я им рассказал все законы. Вы сразу говорите. Если ты дебил или дурак, вот так говоришь, я дурак, я ничего не понимаю, или я ничего не знаю. И тогда ты молчишь. А если ты начинаешь там, блядь, еще свиринкать, угрожать, я начинаю расценивать, что вы наркоманы. Вы поняли? Или дети алкашей. Потому что вы так мыслите. Вы пришли на нашу территорию гражданскую, и начинаете тут борзеть. Так вот они в СБУ, знаете, что хотят? Хотели им сообщить. Там военком центрально-городского ТСК Криворога вышел и там начал. Я сейчас, что мы наводчики. Поняли? Наводчики мы.
Ему рассказывают, что человек 5 месяцев ходит сюда, и вы не можете ни одну бумажку оформить. Он говорит, вы наводчики. Сейчас СБУ вас арестует. Вы поняли? И что главное, они, вот это твари, знаете, шакалы, вот, жертву ищут и со всех сторон. Вот это вот они такие. По одному они боятся ходить. Что вы поняли? Есть видео, я его потом вам покажу. Это за вот этого суд, вот это за этого Александра Котолуб. Ну, так как он больной онко, и в таком возрасте уже пенсионном и за 60, ну, естественно, какие-то болячки у людей вылазят. Зубы, ноги крутят, руки крутят. На погоду человек болеет, и у меня есть, и у вас есть. Так вот, он обратился к зубному, тем более на улице погода, сырость. Ну, вы увидели, как судья себя вел. Прекрасно. Ну, почему бы так бы всегда всем судьям? Сразу были непорозуміння с этим судьей. Ну, я понял, что и судья понял, и прокуроры поняли, и адвокаты, что если мы приходим, то мы приходим туда не ругаться. Моя задача, я вам всегда говорил, только фиксировать. Если какие-то проблемы создаются, начинают там мне права кто-то что-то качать, мне, я им начинаю рассказывать законодательство. Потому что в ТЦК говорят, слышь, что ты мне тут рассказываешь свои законы? Так вот я еще раз повторяю. Если вы не хотите жить по законам, значит, валите нахер с Украины. Смотрите, видите? Вот это должно быть у ТЦКшников в кармане, как памятка. И четко, ясно, он должен следовать вот этой вот памятке. Книжка військовослужбовца. Там устав должен написанный быть, все его движения. Так вот, суд перенесли, вы видели. Судьи, учитесь в этого судьи. И никогда не будет скандалов, кипиша не будет. Виноват, значит виноват. Не виноват, значит не виноват. Дело закрыли и до побачення. А то ж вы ищете крайних. А СБУщикам я еще раз повторяю. Вы должны знать свою задачу и не лезть в гражданские дела. Потому что когда-то вышла с ТЦК, она показала мне инструкцию. А на инструкции стоит печать. Знаете, что за печать? И там стоит идентификационный код под номером. Что это такое? Она говорит, это государственное. Поняли? Это частные предприниматели. Потому что они занимаются хозяйственной деятельностью. Эти ТЦКшники. А эти ТЦКшники, надо проверять у них документы. Какие документы? Чем они вообще конкретно занимаются? Потому что название может быть ТЦК, а на самом деле они могут заниматься чем? Строительством. Дороги строить, столбы устанавливать, провода натягивать. Вот это надо все смотреть. Так как было в Советском Союзе. Стройбат. Помните? Вот и все. Смотрите продолжение. Чем это все закончится? Потому что сейчас в Украине начинают СБУшники хватать людей, которые много что знают, и садить их в СИЗО. Всем удачи, до новых встреч. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку.
Реквизиты в описании под видео.